У нас сегодня Гевка в роли демона, да? На главной роли. Ну, тем более демон, хода нет. У совы самый слабый, ты опять держи в курсе. У тебя типа 1 Т5 30% дает. Целый не столько, сколько нет. Это баф. Не, а чё признавать, у совы самый слабый это 5. Это факт. Ну, не сам, окей, не самое слабое, например, да, может быть, одно из слабых. А чё я бегу-то, я, блядь, на замене, нахуй. У кого там еще? У дестриков, да, опять слабое. Нет, дестрики хорошо дамажат сейчас. Да? Да. Побольше Африка на некоторых боссах. Я уж просто привык по стандарту вредить. А время, короче, не посмотрел. Кто там вредит? Если я вдруг нужен буду, вы заранее говорите. Кто там крутит уже? Аймер, дай лучше вон фласк. Найс, куда? Давай, давай. Там с кем с друидом. А то я буду хвастаться, что мне еще один сундук выпал. Так, а кто у нас минус? Сундука, короче, какой-то дракон розовый рогатый выпал. Не помню, как называют. Хисаями ревно. Хисаями. Этот суммонить рыбу ставлю. Я-то тут, там других. Дионис, у тебя сегодня ханта не будет? Нет. На токен. Вага это, слушай, Вага отошел, если что. Типа. А, да. И вот там я понял. На голову Т5 есть. Хорошо, этот Рудвар, заходи туда, брат. Так что. Так, все слышали, да? У Йоти, типа, покупатель на голову. На паладина, правильно? На ворот. А что, давай на лока. Это, на лока. 5 перчей, если никому не надо, на ханта. А перчи продаются. Перчи у Делореса вроде. Так, становимся на позиционку. Сегодня. Лёш, буду нужна, напиши в Дискорде, я сейчас скаты решу. Ну я скажу, там Пирс напишет. Ага. Жди пока Кату, этот, Кату не апай только в рейде, а. Я помню, да, ребята говорили. Так. Лапу. Киньте лапу, реально. Ну народ, давай, сегодня один друг. А нет, еще ничего. Ну народ, давай ты на боссе. Вот если что там подстрахует. Давай я показываю свой топ ДПС. На пула это? Нету. Кто ниже меня на боссах по ДПС, вагоны. Сразу. Да не вагоны, а лохи. Кто вагоны? Это тем вон. О, чернотролль, а ты можешь ручку покидать? У тебя не забывай. Благодарю. Так, Войт, готов? Если кулак будет, то будет крик на гору. Нет, крик кулака. Ап, если что, кричит, кричи армс, а Войт в танке на хп покричит. Кулака не будет. Будет только каска. Секунду, Телмивенна. Здесь все готовы, ловим рыбу. Лёх, я чё, в холике, нет? Лучше в ДЦ, наверное.
Сейчас успею спекнуть? Успеешь, успеешь. И поиску по демону эти, да? Вот сейчас это. Меточку на себя поставил. Настраивать. Сколько глаз? Ну ладно. Ну, Монарут у тебя чардж. Просто танчишь и все. Откидывает, подошел ближе. Стой, желательно на самом краю возле босса. Если что, там вот перетаунти. Если что. Этот, когда идет эта херня, типа, она идет в бок от тебя. Там немножко правее или левее возьмешь, и она дотянет. Скоробей, я думаю, надо. Костер поставьте, он придет. Ну что там, вы поймать не можете? Раздавака уже где-то ДПС набивает. Он накручивает на рыбках. 200к даст сейчас. Все понятно, раздавка. Ну вы что, без наживки ловить? Прыгай явку туда. Куда? На дно? Вы что там? Не валится нихера. Костер поставьте, костер. Сейчас поставим. Поставил, нормально. О. Давайте я с первого раза поймаю просто. Блять, ну вы что, рыбу ловить можете? Вы не ловите, когда белой хуйни нет. Сазан не валится. Вот я на вон конец. Хорош. Амир. Чё ж ты? Минус раздавак. Пол дается больше. Народ, помогай вроде.
Хорошо, стоп, на пульт. Заевейдили? Да. Красиво. Как он заевейдил? Бля, сука, бля, сука, бля, бля, бля. Может, мобов заевейдили? Может, мобов не скили. Провить? Вылезти с этого, из воды. Сумануть народ. Ирис. Кто там вылетел? Ну, вон этот чернотролль вылетел, гриб умер, почему-то я не удивлен. Как бы тут можно сдохнуть? Гриб. Ну, блять, это гриб. Тарак. Орки может умереть. Это талант. Это скилл, антискилл. Мастерство его не пропьешь. Знаешь, есть положительные частицы, есть отрицательные частицы. А есть частицы гриба. Да, еще есть серотонин и меланин, по-моему. Типа вот у него там серого вещества очень много. Что с грибом? Распался. Да у него питк 5к он пишет. Да дай ему ГП, погнали дальше. Утя, пропиши этот крик на АП. Да вот, только что прописал. Нахера вы делаете в рейде с таким пием? Кто там накручивает Фарада? По-любому. Короче, это... Видите, с антеми. Это гриба Полину. Напиши в Дискорде. Она, по-моему, не тут. А паровоз поставили, блять, гриба нет, а паровоз стоит. Серьезно? Или это кто-то эмоции, типа, нажал? Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Тут-тут. Гриб, наверное, за чаем пошел. Чай не гриб. Он с пола умирает, да. И идет за чаем. А почему он не просто гриб, а гриб-барыга? Я в ДД? Да. Сейчас грибаса там стоит. Рыба стоит на платформе. Кто хочет увидеть, как гриб выглядит в реале, пишем в ютубе гриба. Дай проверку. Я сманул уже? С антенны они суманули. Гена, где ты говоришь? На платформе. Какой? И кто у нас? Ну где РДП-зона? Вот сложно было сказать около нас, Гена? Тут одна платформа, типа есть вот, ну ладно, две, блядь. Все, значит ты видишь, на первой платформе нет, значит на второй. Четыре. Еду облепили, как облепи их. Все, все здесь, все готовы ловить рыбу. Явка, прыгай в воду, на жирке будешь. Я, блядь, демонолог, я, ну, могу под водой дышать. Кстати, идея хорошая. О, сразу видно, Родвар ловил. Они на втором герой через минуту дорого.
Ну давай Геру, он сейчас уйдет. Не давай. Шучок. Раздавака далеко. Где рыбёк? Заберите стражника. А, Фарада вагон. Не обогнал только из-за того, что этот мне страж.
Так. И кашку наищи в дом. Прилу мастер, люби баб. С духом надо кому? Сапоги. На успех. Прости. Разберешь. Ты? Бродяй. Точно. Там и выйдется моб. Не слышно вообще? Да. А ты точно на мейн спер? Не перепутал? Да, в крайнем случае так не путаю. Ты что, фроста решил сделать или что? Это кости не хватает. По идее, этот пояс идет в бисе на фаера. Только для него нужны запасы. Сначала нужно выбрать. Я раздавака, ну ты накручу, честно. Неплохо. Усвечился. Ладно накручивать, я не пойму, как меня подкрыть. Болезнь. Смотри, у меня по трэшу, допустим, у меня накрутка 31%, с учетом того, а, что я бар. Бегайте, бегайте. Опасность. Коронавирус. Что я бар ДК, у меня 31%. У него, блядь. Чтоб ты понимал. Там 60. Короче, дохуище. Сзади еще большого заберите. Я сдох, а купол стоит. Прикольно. Берите большого. Так протовар бегает, убивает всех. Большого. Добейте того, блять. Как вы его сам делаете? Сзади один, спереди один. По очереди, наверное. Не бегай, шаман. Я им ходи. Иди побей. Того первого. Бородей, не стесняйся, тоже. Да я смотрю, ты стоишь, тебе хорошо. Давай мы с тобой. Да не бейте его маленьких, сейчас типа еще ложу разольете. С ума сошли, убейте большого сначала. Ну сзади. Один писи пьет. Только по хитях. Один хил. Все, хил без маны. Все, поднимайся, прохилься, дальше.
Если воронки там падают, говори. Ну, народ, полутай вот этого большого. Башка на шамана точно никому не нужна. А у активатора по голосу стоит слышно, как плацает. Редвард, ты тут? У тебя активация была. Как у тебя при этот ЕП больше сил? Если больше. Шесть 400 у него. Все следующего хода просто. Уже все сразу. Все равно, кроме тебя, нам инспект никому уже не надо в следующем туда. Сразу все 400 берешь. Аккуратно, тут еще большой где-то. Стресс был, да? Или у него там все равно меньше? На следующем сразу все лутанет, там 2 или 4 шмотки. Сразу за одно КД не парится. Все равно никому же не отправим. А ему на хила 4 сразу уйдет. Главное, что пускай воронки готовят. Чтобы мог на следующем КД сразу я. Могу услышать ворон. На следующем КД сразу. На этом получается... Ну окей, два. На этом получается Джонни да соберется. На следующем. Опять. Сегодня опять паладинам придется танчить гидроса, да? Там кто меньше меня на первом боссе? Я забыл. Да, скиньте рекламу. Это есть. Раздавака на крыше всех унижает. Так он и на боссе топ-1, на скрытии. Ну нет, в категории я тебя что-то не видел. Видишь, все надо шмот, да? Ты мне соединиться не можешь. Говорю.
Я тебе писал. Навара. Это повод. Пока к себе, допустим, вы же хотите помочь? А ты про кого? Просто понимаешь, я был вот на месте. Половина рельс, сказал, ну блядь, хочешь тебе помогать, нахуй ты мне помогать убивать, правильно? Большой слева, большой слева. Тагрилс. Нормальный, нормальный. Не нормальный, да и лучший. Соло таргет вторая, да? Открытый. Пиздец, я разочарован. Очень сильно разочарован. Мое место вас видит. Видите? Все удаляй. Ты наш, я должен быть на 18 позиции. Умри, да. Куда получается? Давай, как ты сам не знаешь, как твой. Ты с шлемом, я с троллейбоем, как бы, есть разница. Ну только смотри свои статы, мои статы. Ты его камни посмотри там. Короче, могу спекнуться, всех передамажить тут. Давайте. Хильдинг мне семеро, да? Фрейзер, ты в Дискорде? Я не могу отвечать тебе одновременно админом и еще быть в рейзе. Еще хилить про товары. Давай, я думаю, ты против посрать. Какой против? Фурик. А че там у Продика надо в состав? Че состав? Продика надо там в состав. Чтобы так он поднял мин состав. Раскол не надо вешать, вообще ляфа блять. А, в этот ДВшник? Да к нам зачем ДВшник? Так а я в каком сейчас, блять, я не понимаю нихуя. Я в плане того, чтобы вообще с нами был постоянно против, понимаешь, а не там не раз в полгода. Ну так, блядь, в последнее время я из него не вылазил, из этого против. Т4, Т5 надо собрать еще, и МТшек тебе. Тихо, ты все обговор.
Не пульте там, дайте отпиться. Никто не пулит, сейчас рыбы поставим. Так, кто-то я не буду, буду дамажить без просто. Кто ниже меня, это вообще... Бурсты не буду отдавать. Истерию. А тут протовар, кстати, вообще бесполезен. Кинь на меня истерию. Так, спасибо, Делорус. Я ее... Че мне, фурика? Пусть послакать пока что. Я вообще бы пошел спать. Отправь меня, у меня там терки с одни на ней. Я буду только отвлекаться. Какие терки? Там скрины немножко неправильно сделаны. Видео есть, если что. У меня аддон, который скрывает мини-карту. Я боюсь, что они число не засчитают. Но видео есть, слышишь? Видео есть. Да, спасибо. Спасибо, я сейчас потомись. Если спросишь, скажу, да. А что на мини-карту? Скажем, мы тебе фильм смонтируем. Не знаю, он несколько раз, он не то чтобы не отвечает, что не так, он просто условия подачи информации пересылает. Пиши в ответ, так. Почините босса. Как же хорошо быть випом. Написал, ничего, сразу тебе дали. У а них, блядь, не работает уже, хрен знает сколько, и виноваты все игроки вокруг. Полин, ты напиши, доспехи надо было снимать, чтобы это фотку выслать в трусах или чё как, чтобы засчитало. Всё, он кил тут. Загружается, ну, видео, да. Потом скажу. Да и проверка. Все готовы. Все, все готовы. Все готовы. Даю отчет. Пять магов, ни одного паладина. А, один лис. Цепухой, не хиньте. Пять магов в рекаунте не вижу. А у меня полный отчет стоит. Пиздец. Кто это? Блять, он еще и клуба нажал, блять.
Это вот это рассказывали, что про товар за боссом бегает, да? Да, да. То же самое. Райтами, блядь, откуда босса видишь? Ты, блядь, что ДД от босса, босс за ДД, а за боссом бежит против. Давайте там что-нибудь романное. Когда там перевод? 20%. Нет. Кстати, плечо прикольное для транса. Не давайте Кирсу. Оно слишком хочет. Двенадцатая позиция. От ДК без бурстов бегать за босса. Причем у меня чар... Я видел, как ты... Бонус твой от Т5 летел. Леха, на перерез надо было бегать. Нет, типа... Да, еще босса не важно. Видишь, Редвард-то бегал. Раздавака бегал. Жмешь следовать и бегаешь, дымашешь. У одного, блядь, второго... Вот самый прикол, что Чарш не добегает до цели. Вот я, приклон, условие. Чарш тебя делает Чарш только в ту точку, где он стоял, а он уже смещается за это. Да, и бесполезно его делать. Это, короче, надо боты включать с инженеркой и бегать за босс.
Так, планету свою. Плохо слышно. Планету сумасшедшую.